Здравствуйте. Да, добрый день. Ну что, у нас еще кто-то будет, или мы можем начинать? Не знаю. Ну хорошо. Давайте считать, что если кто-то появится, ну мы там напомним, если он слишком поздно появится, о том, что мы делали до этого. Значит, мы с вами договаривались сегодня обсуждать два сюжета. Один – трудные задачи про многочлен сжигалкина булевых функций и про треугольник Паскаля по разным простым модулям и как они связаны. А второй – это формула обращения Мёбиус. Ну, я не уверен, что мы полностью успеем оба, поэтому к вам, как единственному слушателю, вопрос о приоритетах. То есть, с чего, что вам интереснее, с того мы и начнем. Мне бы вот интереснее было про задачи вот сложные, вот, многочлен Жигалкина. Ага. Понятно. Хорошо. Игорь Вадимович, я хотел сначала это еще спросить, там один вопрос вот по предыдущей теме, вот насчет раз, еще раз там отождествления, когда мы поле строили вот через нашу конструкцию, там, как многочленное, вот какой-то вот образующий, получается, в мультипликативной группе, да? Да, да. А потом мы вот, ну, часто использовали вот эту вот образующую, как говорили, что она является корнем там какого-то многочлена. Да. Вот, а это получается, что мы эту образующую на нее смотрим где-то как на формальную переменную, а где-то как на элемент вот мультипликативной группы? Ну, значит, на формальную переменную. Вот если у вас есть поле, и в нем есть какой-то элемент альфа, да? Да. То он порождает циклическую группу. Правильно? Правда ведь? Угу. Понятно, что вся эта циклическая группа содержится вообще в том, что можно сделать из этого самого элемента альфа. Значит, пусть есть простое поле, простое подполе какое-то FP. Ну, в нашем случае у нас характеристика P, да? Угу. И тогда все это. Вся эта циклическая группа является подмножеством того, что обозначается обычно FP от альфа. То есть все, что можно сделать из констант, остатков по модулю P, и этого самого альфа. Значит, ну что же это такое? Это множество выражений вида там, x0 плюс x1 альфа n альфа в степени n, где иксы являются константами, а n – натуральное число. Но здесь вот мы считаем, что вот эти степени альфа, они как бы линейно независимы, да? Ну, мы можем просто рассматривать, какая нам разница, линейно независимая или линейно независимая. Мы можем просто брать такие линейные комбинации, конечные. В поле такие суммы определены. Суммы и произведения таких сумм опять такие же суммы. Угу.
если нас не волнует вопрос об однозначности представления, что один и тот же элемент можно представить таким образом многими способами, то нам вообще совершенно все равно, базис мы берем или не базис. Но понятно, что верхнее множество содержится в нижнем, а именно, когда все x, кроме одного, нолики, а последний x единичка, да, вот, вот это вот, да? Mm-hmm. Вот. Значит, при этом альфа – это конкретный совершенно элемент, никакая неформальная перемена. С другой стороны, мы с вами понимаем, что на самом деле нам не нужно рассматривать неограниченные такие выражения с неограниченным значением n, что мы можем сыграть в игру, в которую мы играли много-много раз, а именно сказать, что вот возьмем и будем следить за линейной независимостью этих элементов. Предположим, что мы их набирали-набирали, они были независимы. Тогда, а вот следующий альфа в степени n уже через них выражается. Поскольку все конечное, то рано или поздно такая ситуация произойдет. Значит, альфа в степени n, это будет какой-то там... Ну, это потому, что у нас уже там альфа в степени, там, p в степени n минус 1, оно будет единичке равно, да? Ну да, поэтому это раньше гораздо случится. Угу. Вот, понятно, что как только мы поймали такое равенство, то остальные степени, начиная с n и выше, нам использовать уже не нужно, потому что они выражаются через предыдущие. Угу. Поэтому на самом деле это множество можно описать гораздо проще. Как множество 0 плюс x1 альфа плюс... И более того, в этом случае мы гарантированы, что разным наборам x соответствуют разные элементы. Потому что первые степени альфа, они линейно независимы. Да. Вот, то есть мы получили точное и явное описание вот этого самого подполя, которое я обозначил fp от альфа. И здесь, конечно, альфа является просто элементом, с которым мы работаем, складываем, умножаем, как в школе учили. Вот. Значит, где возьмется формальная переменная? Вы можете задавать вопрос, который всегда задают, когда работаете с какой-нибудь алгеброй. А именно, мы хотим найти минимальный многочлен, обнуляющий данный элемент. Вот мы можем рассмотреть кольцо многочлена fp от t, где t уже формальная переменная. И в нем искать такой многочлен мю альфа от t, такой, что с одной стороны мю альфа от альфа равно нулю, и с другой стороны мю альфа наименьшей возможной степени. Значит, то, что такой многочлен существует, мы понимаем, и более того, он у нас почти что написан. Вот, собственно, вот то, что здесь написано, дает как раз ответ на этот вопрос. Что мю альфа от t – это t в степени n минус a минус 1. Извините. t в n минус 1 минус a там. Минус и так далее, минус оно. Просто ответ написан. Почему? Потому что если был многочлен меньшей степени, корня которого был бы альфа, то соответствующие степени альфа были бы линейно независимы. А мы сказали, что они до этого места были независимыми. Mm-hmm. Вот. Так что этот многочлен найден явно. Ну и в учебниках алгебры обычно любят говорить такую вещь,
что если мы вот находимся вот в этой вот ситуации, вот в этой, то мы всегда можем устроить отображение. Там многочленов с независимой переменной в К. А именно каждому многочлену мы будем сопоставлять результат его вычисления, если вместо Т подставить альфа. Места мало, давайте я на зеленый цвет шаг перейду. Значит, вот это отображение, оно задается тем, что многочлену P от T мы сопоставляем его значение в элементе А. Ну, понятно, что образ этого отображения, это как раз вот это самое FP от A. Давайте это отображение обозначу там через φ. Тогда вот это вот есть ровно образ. С другой стороны, ядро этого отображения, то, что переходит в ноль, это как раз те многочлены, которые обнуляют альфа. То есть это главный идеал. Разучивали такие слова на алгебре, да? Да. Да, это как раз главный идеал, порожденный вот этим самым элементами альфа. Ну и это означает, что в терминах фактор колец, которые вы учили, а я ими не пользовался, потому что другие не учили, что это означает, что вот это самое FP от альфа, это есть просто фактор кольца многочленов по главному идеалу, порожденному альфа. Вот и все. Вот мне кажется, я четко объяснил, где у нас, так сказать, живой элемент, который мы просто складываем, умножаем, как сложится и как умножится, а где формальная переменная. Да, понятно, спасибо. Вот, хорошо. Значит, теперь про многочлены Жигалкина, да? И про булевые функции. Угу. Давайте начнем вот с чего. Что есть у нас такая картинка. Треугольник Паскаля по модулю 2. Довольно много уже нарисовал. И мы в нем наблюдаем такую очень красивую фрактальную структуру. Что вот если мы возьмем верхний треугольничек, то он у нас два раза повторяется. А в серединке получаются нули. Дальше довольно понятно, что поскольку у нас вот первая необведенная строчка – это две единички, то пока они не начнут интерферировать друг с другом, то у нас еще получится два таких треугольничка. А в серединке будут нули. Более того, если мы обведем треугольничек в два раза большего размера, понятно, что и он повторится здесь так один раз, и здесь так один раз. А тут, конечно, будут сплошные нули. Ну и можно еще в два раза больше брать и так далее. Более того, можно было бы сказать, что это все собрано из треугольников меньшего размера. Вот я возьму треугольничек вот такой маленький. И опять вот он повторился раз и раз.
То есть вот такая вот, такая вот интересная структура. Ну, и она, конечно, очень дает прозрачную закономерность, с одной стороны, а с другой стороны, формулу, как узнать четность CSN по K, из такой периодичности извлечь довольно трудно. Значит, нас интересует CNK по модулю 2. Вот, значит, оказывается, ответ очень хорошо записывается в терминах разложения чисел N и K в двоичной системе счислений. Если число n мы запишем в виде значит, давайте я двоичную запись буду писать слева направо, а 0 1 на 2 плюс 4. Ну, а n, соответственно, b0. Причем вопрос, как мне выбрать k. Понятно, что у одного числа одна длина двоичной записи, у другого другая. А m это у нас что? M это что? M и... я прошу прощения, c... Давайте тогда я здесь сделаю наоборот. Вот так. Угу. Здесь будет K. То есть мы... И здесь тоже тогда, соответственно, K. Я прошу прощения. K нужно заменить на M. Вопрос, какое m выбрать, какую длину выбрать? Ну, понятно, что вы можете, должны взять m любым достаточно большим, просто тогда коэффициент, начиная с какого-то места, будет равны нулю. Вот, единственная неприятность состоит в том, что в позиционной системе счисления эти два числа записываются наоборот. То есть n как двоичный вектор, это будет вектор ну справа у нас берется число единиц, потом следующий разряд число десятков, вот тут двоек и так далее. Так вот, теорема, которую которая нужна, чтобы разобраться в ситуации, состоит вот в чем. Что CNK сравнимо с единицей по модулю 2 тогда и только тогда, когда вот этот самый вектор N двоичный больше либо равно, чем двоичный вектор K. Где сравнение булевых векторов, но это наш частичный порядок. То есть любого и, а и т больше либо равно бы и т. Значит, в принципе, глядя на эту картинку и на эту закономерность, эту теорему можно доказывать, например, по индукции. Просто следя за тем, какие у нас... как у нас происходит двоичное разложение. Я чуть позже объясню, что на самом деле этот результат можно очень сильно обобщить, и у него есть такое, в общем, числовое доказательство, очень простое, уже не связанное с булевыми векторами, даже у обобщенного результата. Поэтому давайте я сейчас объясню, как, пользуясь вот этим фактом, как уже известно, разобраться с многочленами Жигалкина и представлениями булевых функций.
А потом мы к этому результату вернемся. Значит, напоминаю, что если у нас была булевая функция f, значит, принадлежит булевая функция от n переменных, то мы можем сделать новую функцию, а именно рассмотрев эти ее значения как коэффициенты многочлена зажигалки. То есть мы можем из f сделать по-моему, я обозначал это значком сигма, но это я сам его использовал. Это есть сумма, значит, по всем векторам А1, АН, это нолики и единички. Соответственно, F от А1, АН. Это обычные степени, то есть если h-ка нолик, то это переменные отсутствуют, если h-ка единичка, то это x. То есть это не то, что мы использовали как переобозначение, когда дизъюнктивно нормальная форма обсуждали. И понятно, что это является, ну, чуть-чуть похоже, например, там, на преобразование Фурье или что-то подобное. Вот, Наталья Яковлевна, какое преобразование из анализа на это больше всего похоже? Фурье похоже. Фурье похоже. Не даже не знаю, что сказать. Ну вот да, вот. Что-то такое очень знакомое, но что же это такое? Вот. Ну, можно было идти с другого конца, что можно было сказать, что если мы берем любую функцию, то мы можем разложить ее в многочлен Жигалкина, и тогда его коэффициенты – это, соответственно, булевые функции от степеней x. Это можно было начать с сигмы в минус первой. Вот. Значит, теорема, которую мы через некоторое время докажем, что сигма квадрат тождественное отображение, что оказывается это вот такое инволютивное преобразование. Значит, у этого результата есть очень много разных доказательств, есть там разные способы это сделать прямым вычислением и так далее. Вот. Но я воспользуюсь доказательством, которое, к тому же, дает очень удобный алгоритм вычисления многочлена Жигалкина. А именно, значит, давайте сделаем вот что. Что если у меня есть переменные функции f, x1, xn, начиная с 0, 0, 0 и кончая 1, 1, 1. И здесь стоят значения альфа 1, альфа 2, альфа 2 в степени n. Ну, понятно, как они получаются. Это значение нашей функции f на булевом векторе. Если у нас есть булев вектор, то мы не знаем z. То это будет альфа с индексом, там, я не знаю, l, где L это как раз то число, которое, для которого Z1, Zn является его двоичным разложением. То есть это будет Z1 на 2 в степени n минус 1, Z2 на 2 в степени n минус 2, плюс и так далее, плюс соответственно, альфа L это есть значение функции вот в этом булевом векторе. Вот. То
Качан зажигалки на функции f. Ну, давайте, чтобы у нас уже функция f написана, давайте я лучше ее обозначу буквой g, скажем, чтобы это была другая функция. Оказывается, нужно сделать так. Нужно написать здесь суммы альфа 1 плюс альфа 2. Здесь, соответственно, будет альфа 2 плюс альфа 3. И так далее. После этого взять суммы этих. И сделать такую процедуру, очень похожую на то, как мы делали треугольник Паскаля. Только треугольник Паскаля мы начинали с одной единички и шли вниз. А здесь мы начинали с некоторого набора ноликов и единичек и идем так вправо. И вот утверждается, что вот в этой строке, значит, вторая теорема, в этой строке написаны коэффициенты многочлена Жигалкина для G. Вот в этой вот строке. Ну, это означает, что если наоборот в этой строке мы напишем коэффициенты функции f, то есть значение функции f, то в столбике мы получим значение функции сигма от f. Понятно, да? То есть сигма у нас делает из горизонтальной строки вот эту вертикальную. А сигма, она еще раз что делает, получается? Она по функции строит вот такой многочлен, да? Да. Ну, многочлен, но он же тоже является функцией. Значит, вот это вот действует сигма. Так вот, значит, пока что я не объяснил, что это то же самое сигма. Давайте я вот этот механизм обозначу через, давайте, не сигма, какие же еще есть буквы, тау. И я утверждаю, что очевидно, что тау инволюция. То есть, другими словами, что ее два раза применить получится одно и то же. Почему это очевидно? Смотрите, что мы делаем? Мы берем в каком-нибудь столбике два числа, не знаю, u и v. И делаем из них число u плюс v, да? Ну, складываем. Теперь вопрос, что если я хочу выразить v через u и u плюс v, то что мне нужно сделать? Я из этих двух сделаю вот это. Опять надо сложить. Это от того, что у нас все по модулю 2, и что складываешь, что отнимаешь, все одно и то же. Да. V – это U прибавить U плюс V. Ну, потому что U сократится, и все. То есть, другими словами, та же самая процедура действует и сверху отсюда, и вот это вот тоже тау. То есть мы можем с таким же успехом начать с верхней строчки и под каждыми двумя подписывать их сумму. Вот эта формула показывает, что это та же самая процедура. Вот, так что инволюцию мы уже нашли. И остается только объяснить, почему же это та самая инволюция, которая задает которая у нас здесь написана, который задается вот этой формулой сигма. Ну, что мы сделали? Мы устроили некоторое отображение пространства булевых функций в себя, правда ведь? По каждой функции мы построили новую. Вот по строчке построили столбик.
И с другой стороны, вот это отображение сигма, оно тоже по булевой функции строит новую функцию, да? То есть это тоже отображение. Константин, понятно, что оба отображения линейные? Ну да. Вот. Как проверить совпадение линейных отображений? На базис надо подействовать. Базис, да, совершенно верно. Значит, как устроен базис в пространстве функций? Тоже совершенно понятно. Одна единичка, остальные нолики. Вот. А при этом, поскольку мы уже понимаем, что это инволюция откуда куда, нам действует все равно. Значит, я сделаю такую вещь. Я возьму здесь какую-нибудь единичку и остальные нолики. Значит, какому же многочлену это соответствует? Когда у нас все коэффициенты многочлена нулевые, а один единичный. Это соответствует просто моному какому-то. И посмотрю, что из него получится. А из него, как вы понимаете, получится как раз обычный треугольник Паскаля, что если вы на прошлой страничке стартуете с одной единички, то можно было бы вообще-то считать, что вы стартуете с одной единички и море нулей. Вправо и влево. И тогда в результате, ну понятно, у вас вот ровно эти две единички получатся, как 0 плюс 1. И еще будет море нулей. То есть на самом деле это как раз та самая ситуация, которая вот у нас есть. Есть единичка и много-много нолика. Единственная сложность состоит в том, что треугольник Паскаля на картинке, которую мы с вами рисовали на предыдущей страничке, она была симметричная. А здесь у нас треугольник Паскаля растет не вправо и влево, не одинаково. То есть из единички будет какой треугольник Паскаля? Как он будет выглядеть? Он значит, он будет расти, соответственно, вот туда. То есть треугольник получится вот такой вот. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит. Это же тот же треугольник, только он как-то, ну, так мы его подвинули. Да, совершенно верно. То есть нужно взять вот этот правый склон и сделать его вертикаль. И он тогда уедет влево. Ну, давайте посмотрим просто, как это происходит. Чтобы понять, что это был тот же. Что вот была единичка, а до нее были нолики. После этого здесь мы сделали единичку, и здесь единичка, нолики. Дальше здесь один. Дальше один. 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 Ну и так далее. Все движется вправо. Нет, я когда думаешь про треугольник Паскаля, все время хочется писать, подписывать под серединками. А здесь вот мы должны делать вот так. Вот он так влево уехал. А теперь, значит, давайте смотреть, что же у нас в результате получится. Здесь было какое-то число. Здесь был какой-то булев вектор. Там. P1, P1. Тогда соответствующее число, его двоичный номер, это, как мы понимаем, что такое bn на 2 плюс 1, плюс так далее, плюс p1 на 1.
Значит, в этой строчке стоят, значит, здесь было написано c из m по нулю. Здесь c из нуля, то есть это, нет, я не то говорю, конечно. Это нулевая строка. Это первая строка. Это вторая строка. Вопрос. А когда же мы дойдем до столбика значений? Ну, понятно, что вот мы идем ровно под 45 градусов. Поэтому первая единичка, она появится как раз в булевом векторе B1, Bm. Правда ведь? И это будет соответствующее значение в треугольнике Паскаля. Какое? Я другим цветом напишу. Это будет c из m по нулю. Дальше здесь какое будет значение в следующем булевом векторе? Понятно, что если вот это была m-ая строка, то это, соответственно, m плюс первая строка. Значит, по нулю будет, было бы здесь, а вот здесь что будет? Понятно, что здесь будет c из m плюс 1 по единице. Что будет в следующей позиции? Ну, совершенно аналогично. c из m плюс 2 по 2, да? То есть, другими словами, в строке с номером L будет c из L. Почему? Нет, L будет внизу, а вот здесь будет другое число. Какое здесь будет число? Если в m строке был 0, в m плюс 1 единица, соответственно, это будет что? L минус m, да? Угу. Итак, что же у нас получилось? Что единица... что, ну, здесь, во-первых, сплошные нули, это мы очень хорошо понимаем. Но на самом деле это просто будут значения c с отрицательными биномиальные коэффициенты или там числосочетания с отрицательными значениями верхнего индекса, а непонятно, что нули. Понятно, что я сейчас сказал? Что вот... какой-нибудь вот этот вот нолик, например, вполне можно было бы сказать, что это c из единицы по минус единицы. Mm-hmm. А вот этот вот нолик, это c из единицы по минус двойки. Ну и так далее, просто чтобы нумерация удобная была. А вот таблички здесь, получается, их как бы пишем друг по другу. Почему? Треугольники Паскаля мы писали в серединках, а здесь у нас алгоритм такой, что у нас все треугольники сдвинутые. То есть у нас мы подписываем. Вот. Итак, значит, если у нас в L-той строке у нас есть c из L минус m по L. Значит, c из L минус m, но это то же самое, конечно, что c из L по m, да? И вопрос, когда же оно равно единице? Ответ мы знаем, только что мы его озвучили, хотя не доказали, что это происходит тогда и только тогда, когда вектор, соответственно, значит, вот как мы его обозначали, L с двойками, кажется, да? Вектор L, двоичный вектор L, а больше либо равен, чем двоичный вектор M. То есть, другими словами, что если здесь стоят какие-то числа C1, CN, то C-шки должны быть больше B-шек.
Ну, а теперь вопрос. Значит, это... У нас все еще все по модулю 2, да? Да, да, всегда по модулю 2. Вот, теперь, вот эта единичка на B1, BN, она соответствовала моному. Какому моному она соответствовала? Ну, понятно, какому. Х1 в степени B1, Х2 в степени B2, ну и так далее, на Xn в степени BN. Давайте я вот еще. Как найти носитель моному? А вот у нас B1, BN, это что еще раз, вот который? Нолики единички. Ну, это буль-эффектор просто. Значит, как устроен носитель монома? В каком месте произведение каких-то иксов обращается в единицу? Понятно, что те иксы, которые есть, они должны быть единицы. А те бэшки, которые были нулями, нам на них наплевать. Правда ведь? Поэтому там, где b равно единице, c тоже должен быть равно единице. Потому что значение этого самого монома в векторе c1, cm, это есть c1 в степени b1 на c2 в степени b2. B. То есть не носитель, это, прошу прощения, само значение монома, да? Это означает, что носитель монома M, это есть как раз множество таких векторов C, то C больше либо равно B. То есть вот ровно то соотношение, которое у нас есть. То есть мы поняли, что носитель нашего монома это ровно те места, где там будут единички. И тем самым мы доказали, что отображения сигма и дельта совпадают. Понятно? А еще разочек, а моном у нас какой мы взяли? Ну, х в степени вот те бэшки, которые... А, которые вот эти константы. Угу. Вот. Ну и тем самым мы доказали, что отображение, которое делается, так сказать, по аналогу треугольника Паскаля, отображение, которое каждой функции сопоставляет коэффициенты многочлена Жигалкина, это одно и то же отображение. Тем самым мы доказали его инволютивность, то есть все сразу доказали. И единственное, что осталось, это объяснить, откуда же берется такая формула. То есть почему биномиальные коэффициенты по модулю 2 можно узнавать значения по двоичному разложению чисел. Значит, оказывается, этот факт совершенно общий. Пусть у нас теперь не двойка, а любое число P. Пусть у нас есть два числа, у которых есть двоичное разложение. Там число А. То есть не двоичное, а P-ичное. Это есть А0 плюс Б. А Б это, соответственно, Б0 плюс АИТы и БИТы, они заключены. Это обычное поичное разложение. Так вот, утверждается, что тогда, если мы хотим вычислить c из b по a, интересуемся им только по модулю p, то оно сравнимо с c из
такое вот замечательное утверждение. Что на самом деле, если нас интересует остаток числа сочетаний по модулю P, то мы можем только посмотреть на разложение в P-ичной системе счисления и взять соответствующие цифры. Ну, понятно, что доказывать это дело нужно по индукции. А именно, давайте мы разделим А и Б, значит, доказательство, индукция. Давайте мы А и Б разделим с остатком на П. Понятно, что у нас это есть А0 плюс П на какой-то А-штрих. Ну, штрих плохо виден, давайте лучше с волной. Где, понятно, А с волной получается, когда мы вот из этой всей штуки вынесем П. А здесь, соответственно, Б0 плюс П на Б с волной. И тогда индукционный шаг нам даст что? Что мы хотим доказать, что С из, наоборот, только САБ сравнимо С из Б с волной по А с волной на С из Б0 по А0 на модуле, по модулю П. Правильно, если мы вот это утверждение докажем, то дальше по индукции мы, соответственно, все и сделаем. Вопрос, как же это доказать? Значит, ответ, значит, есть несколько доказательств. Вот одно из них было придумано участницей нашего семинара там пару лет назад. Вот я как раз его и расскажу, потому что он мне страшно нравится. Значит, давайте мы представим деление с остатком так, как это объясняют самым маленьким детям. Что вот мы выбираем из B яблок, да, и мы эти B яблок делим с остатком на P. Тогда мы выкладываем один ряд из давайте лучше в столбик. Значит, один столбик из P яблок, другой столбик из P яблок и так далее. Сколько столбиков у нас будет, если у нас есть запись, давайте я это еще раз напишу. Понятно, что таких столбиков будет ровно B с волной, да? Вот. И кроме того, у нас B0 яблоко еще останется не при деле. Их меньше. Ну и нас интересуют выборы из этого множества яблок, а яблок. Причем нас интересует только этот ответ нас интересует только по модулю P. Поэтому предлагается сделать следующее. Давайте мы устроим действие циклической группы из P-элементов. На вот этом вот множестве. Ну, а как устроить действие циклической группы из P-элементов на этом множестве?
Более-менее есть единственный способ, а именно нужно переставлять строчки циклически. Ну, а вот оставшиеся яблоки, на них пусть наша группа действует тоже действие. Понятное действие, Костя? Да. Вот. Чем это хорошо? Тем, что если у нас есть какой-то выбор из А яблок, то мы на нем тоже можем подействовать этой группой. И если орбита... Какие длины орбит бывают? Когда у нас действует группа из P элементов, то либо орбита неподвижная, либо орбита длиной P. А орбита длиной P нам совершенно неинтересна, потому что мы рассматриваем все по модулю P. Поэтому нам нужно, посмотреть только те орбиты, которые неподвижны относительно этого действия. Понятное рассуждение? Да. Какие орбиты неподвижны? А вот еще уточню по поводу циклической перестановки. Мы просто вот берем какой-то элемент и на него же как бы переставляем, да? Просто мы строчки переставляем. Первую строчку ставим во вторую, вторую в третью, третью и так далее, а последнюю в первую. Вот так вот. То есть просто переставляем строки, ничего не меняя. Ну и вопрос. Какие же подмножества остаются при такой циклической перестановке неподвижны? Понятно, что если мы выбрали одно яблоко, то все остальные, которые под ним, нам тоже нужно выбрать. Иначе при циклической перестановке будет уже другое подмножество. Соответственно, это означает, что нам нужно выбрать просто некоторое количество столбиков. А сколько у нас столбиков? B с волной. Соответственно, тогда мы, если мы выберем А с волной столбика, то А с волной, напоминаю, вот у нас здесь написано, мы число А представили как P А с волной плюс А0. Если мы выберем меньше столбиков, то нам оставшиеся яблоки нужно будет выбирать из нижнего остаточка, а мы столько не наберем, потому что если остаток больше P, то мы... А, B0 у нас меньше, чем P. Поэтому нам нужно выбрать ровно... Значит, выбираем А с волной столбик. Ну, а оставшиеся А0 яблок придется выбрать отсюда. Причем понятно, что выбор у столбиков из таблички и выбор А0 яблок из Б0, они совершенно независимы. Поэтому как раз их нужно перемножить. Вот первый со множителем С из А с волной, Б с волной по А с волной. Это сколькими способами можно выбрать столбики в той части, в которой группа действует, так сказать, нетривиально. А, соответственно, выбор А0 из Б0, я 0 здесь не написал, это, соответственно, оставшиеся яблоки А0 из оставшихся Б0. Если у нас, соответственно, А0 больше, чем Б0, например, то это означает, что неподвижных выборов у нас нет вовсе. Что каждый выбор... дает нам какую-то нетривиальную орбиту, то есть она имеет длину P, поэтому мы ее при сравнении по модулю P не учитываем. И вот сама собой получилась вот эта формула. А можете еще раз повторить вот про яблоки? Мы там, когда одно взяли в столбики, то почему мы все берем? Значит, нас интересуют... Значит, мы выбираем подмножество из А яблок. А дальше на эти подмножества действуем нашей группой. Если наш выбор относительно этой группы не инвариантен, то есть
то есть действия нашей группы дают другое подмножество, то у нас будет P подмножество. И P этих выборов нас абсолютно не волнует, потому что нас, ну, мы работаем по модулю P. Угу. Представьте себе, что мы в этом столбике вот это яблоко выбрали, а остальные нет. Остальные где-то еще. Тогда, когда мы подействуем нашей группой, то выбранным окажется вот это яблоко, а остальные нет. И это уже будет другое подмножество. Поэтому, если в каком-нибудь столбике выбраны не все яблоки, то орбита получается длиной P. Мы ей можем пренебречь, поскольку нас она не интересует. Ага, понял, спасибо. А нам нужны только неподвижные точки этого действия. Ну, а неподвижные точки – это вот когда мы в каждом столбике все яблоки и выбрали. Ну, поскольку теперь А у нас представлено в виде А0 плюс P умножить на А с волной, то понятно, что нам нужно выбрать ровно А с волной столбика и еще А0 яблок из вот этих нижних P0, которые вообще неподвижны. Ну и вот вопрос, можем ли мы это сделать или сколькими способами. Вот. Ну и последнее соображение, почему произведение, потому что выбор столбцов в количестве b с волной штук и выбор яблок из остаточка b0, они совершенно независимы. Поэтому каждому такому соответствует каждый такой, поэтому произведение. Вот. Ну вот, собственно, мы эту замечательную формулу и доказали, и тем самым доказали инволютивность вот этого самого псевдо-фурье-преобразования. Значит, я до сих пор не понимаю, то есть я умею посчитать, сколько булевых функций являются коэффициентами своего же многочлена Жигалкина, то есть неподвижные это. Вот. Но как-то охарактеризовать это и понять, для чего, как там все устроено, я до конца не могу. Значит, меня эта конструкция интересовала с точки зрения попытки охарактеризовать как-то монотонные функции, но я не уверен, что вообще она здесь работает. То есть это, скорее всего, не про то. Вот. Ну хорошо, значит, теперь, если, значит, по этому сюжету вопросов нет, то можно рассказать про функцию Мёбиус, но совсем про другое. Или есть еще какие-то вопросы про булевые функции, что-то хочется уточнить? Сейчас, а вот еще разочек, а почему мы здесь не интересуемся орбитами, у которых мощность P? А потому что нас интересует сравнение по модулю P. Нас интересует не само число сочетаний, а его отделение. Ага. Поэтому если мы какие-то P выборов нашли разных, то мы просто их выбросим и все. Понял, да. В этом весь фокус и есть. Вот. Ну, хорошо. Значит, тогда про функцию Мёбиуса, да? Угу. Значит, напоминаю, что когда мы разбирали неприводимые многочлены по модулю P, ну, над полем из P элементов, то у нас получилась такая формула, что если мы через xn обозначим число приводимых многочленов степени n, над полем из p элементов, мы очень легко можем разбанковать все элементы поля FP. Вот у нас есть поле FP.
То есть только, простите, ФПВ-ный, конечно. Значит, каждый неприводимый многочлен, он дает, он имеет здесь n корней. Другой неприводимый многочлен тоже дает, имеет n корней. И так далее. При этом любой элемент, который не принадлежит меньшему подполью, он таким образом вот дает такую n-ку. А если у нас есть какое-то подполье, ну, мы знаем, что это бывает только при k, делящем n, то, соответственно, его элементы, которые не содержатся в меньшем подполье, они дают такие же цепочки длиной k. Ну и, соответственно, получается так, что вот в этом куске у нас количество элементов будет n умножить на xn. А там в меньшем подполе будет k умножить на xk. Значит, если у нас есть еще там другое подполе, там, ну, точно так же будет, соответственно, l на xa. Ну и так далее. Таким образом, мы переберем все элементы нашего поля. А самое маленькое поле, которое у нас здесь есть, это fp. Понятно, что неприводимых многочленов степени 1, p в первой степени, ровно p штук. Это x, ну, это линейные многочлены. Поэтому число p, конечно, это будет 1 умножить на x1. То есть x1 равно p. И тем самым мы получаем такую формулу, что p в степени n, а именно сколько всего у нас элементов, это сумма по всем делителям числа n, n умножить на xn. И эта формула верна для любого n. И вопрос такой, как отсюда выразить xn? Имеется замечательный ответ, который можно найти в любой там Википедии, в любой книжке по теории чисел, что, оказывается, существует такая замечательная функция Мёбиуса. Из множества натуральных чисел, но она принимает всего три значения: 0, 1 или минус 1, ну, можно сказать, в z. Такая, что если у вас есть любая функция f из n там куда угодно, ну давайте в r напишем, но на самом деле вы можете брать любую лабелевую группу, скажем, вместо R. И вы рассматриваете новую функцию G от N, равную сумму по всем делителям числа N F от D. То вопрос, как восстановить g по f, наоборот, f по g. Оказывается, что тогда у вас есть такая замечательная формула, что f от n, это есть опять сумма по d, делящим n, соответственно, g от d на мю от n, деленное на d. Вот так. То есть, причем эту функцию Мёбиуса, она вычисляется очень легко.
Значит, давайте я здесь же это напишу, чтобы на следующую страницу не лезть. Что если у нас есть число n, представлено в виде произведения простых чисел по s степени rs, то если хотя бы одно из r больше единицы, это называется у числа Яхов число не свободное от квадратов, то мю равно нулю. Равно нулю, если существует r и t больше единицы. И, соответственно, мю от p1 на ps, где это разные простые числа, это просто минус единица в степени число со множителем. Значит, этот ответ можно прочитать, ну, в любой книжке по теории чисел и вообще где угодно. И я очень долго считал, что это, ну, какое-то такое вот волшебство. Вот. Какая-то такая, какой-то такой удивительный трюк. Вот. Но оказывается... Но оказывается, что существование такой функции μ и способ ее вычисления, ну то, что она именно такая, это очень легко будет проверить, совершенно не связано с арифметикой. И пружина всего происходящего состоит в том, что множество натуральных чисел является частично упорядоченным множеством по отношению делимости. И что такого рода функция Мёбиуса определяется и вычисляется похожим образом для любого частично упорядоченного множества. Значит, понятно, что вот если мы из этого делаем это, то вот эта штука называется формула обращения Мёбиуса. Ну, понятно, потому что мы по G узнаем F. Ну и давайте мы это в общем контексте и обсудим. Значит, предположим, что у нас есть какое-то частично упорядоченное множество. Ну, давайте... Игорь Владимирович, а вот получается, чтобы нам F, да, восстановить полностью, нам надо знать полностью как бы G, да, как она выражается через... Да, но у нас F. же вот здесь-то мы знаем для любого... То есть мы в качестве G вот возьмем как раз PV, да? Да. Угу. В качестве G возьмем PV, но мы восстановим N на XN, но потом на N поделим. Ну, давайте сразу напишем ответ, чтобы о нем больше уже не думать. Тогда XN это есть 1N на сумме по всем делителям числа N, соответственно, в степени N на μ от в степени d, извините, на μ от n делить на d. Ну, кстати, мы с вами вычисляли эти самые количества непереводимых многочлен для маленьких n, но там все так и было. Это были какие-то линейные комбинации степеней p с коэффициентами плюс и минус 1. Так что мы видели, что все ровно так устроено. Значит, пусть у нас есть частично упорядоченное множество, и есть какая-то функция из, соответственно, нашего частично упорядоченного множества в R, но вы понимаете, что от R нам ничего не нужно, на самом деле, в любую там Абелеву группу. Вот. Положим, что мы делаем новую функцию. Это будет сумма по всем там z меньше либо равно w f от z. Значит, давайте мы это обозначим через s от g. S от f, извините.
делаешь это суммирование. То есть это вопрос, как по всевозможным суммам узнать отдельные слагаемые. Но для того, чтобы было понятно, была понятна глубина вопроса, давайте я приведу банальный пример, что, значит, если W – это отрезок натурального ряда, n, 2, и так далее, n, ну, с обычным отношением сравнения больше-меньше. То есть просто линейно-упорядоченное множество. Тогда, соответственно, если у нас есть функция f, значит, то g от там, не знаю, m это есть, давайте я даже знак суммы не буду писать, это, соответственно, будет f от единицы. Значит, это, как это называется в анализе, частичная сумма ряда, да? Ну и вопрос, как по частичным суммам ряда найти элементы ряда? Да очень просто. F от M равняется G. Ну, значит, наверное, вы понимаете, что если мы рассматриваем такой дискретный анализ, ну, в математическом анализе у нас функция – это функция, а в дискретном анализе функция – это набор значений в последовательных точках, стоящих на равном расстоянии, да? Ну, как компьютер знает, помнит функцию, он помнит значение там шагом 0,1 или 0,1 и так далее. Тогда, соответственно, сумма значений функции – это ее интеграл, да? А разность двух соседних значений называется оператор разности. Знаете такое, нет? Это не слышал. Ну, смотрите. Вот у вас есть функция. Y равняется f от x. Это вот в анализе. А если вы занимаетесь компьютерными науками, то вам, то вы функцию, единственное, что можете сделать, эту функцию протабулировать значение там с шагом там в одну целую или в одну десятую или в одну сотую, в общем, сколько вам прикажут. И тогда, соответственно, у вас будет такой набор значений. F1, F2 и так далее. Ну вот, в соответствующих точках. Значит, если вы спросите, что такое производная, то вам любой первокурсник отрапортует, что это предел, превращение функции, превращение аргумента, да? Угу. Предел, значит... Первокурсник согласился, да, что любой отрапортует. Предел, значит, f от x плюс h минус f от x делить на h, да? А теперь, если у вас функция задана в компьютере, то самая маленькая h, которую вы можете взять, это один шаг, правильно? Угу. Поэтому производная заменяется на разность в двух соседних точках. Ну, правда, нужно поделить на шаг. Ну, мы же взрослые люди, мы всегда можем выбрать масштаб измерения, единицу измерения, так, чтобы шаг был единица. А, вот. Угу. Поэтому это обычно называется оператор первой разности. Это f, это n, минус f. Это есть аналог производной. Ну, кстати сказать, он обладает, этот оператор, всеми свойствами, которые у вас, которые вы разучивали про производную более-менее. Ну, вы учили по анализу, что интеграл и производная – это взаимно обратные операции, да? Значит, какая же обратная операция для вот этой самой дельты? Это как раз сигма f.
То есть, другими словами, вот формула обращения Мёбиуса в данном случае – это просто взаимная обратность операции первой разности и операции суммы единицы до m. Взять частичной суммы ряда. Это дискретные аналоги, соответственно, производные интегралы. Вот. Значит, как бы это можно было бы... Как бы можно было с этой ситуацией справиться более-менее научно? Значит, если у нас... ну, понятно, что здесь ответ у нас... ну, ладно, давайте лучше вернемся потом сюда в качестве простого примера. А пока что давайте рассмотрим общую ситуацию. Значит, напоминаю еще раз общую ситуацию, что у нас... есть функция f из w в r. Мы делаем sf. W в r, который мы обозначаем через g. G от w – это сумма по всем меньшим. Давайте я это еще перепишу вот как. Я это перепишу как f от w. Понятно, что w меньше, чем... Плюс сумма по z строго меньше, чем w f от z. Я хочу сказать, что это линейный оператор. Из множества всех функций на w, множество всех функций на w. Согласны? Значит, почему он линейный? Потому что мы только линейные операции применяем. Значит, очень легко написать его матрицу. А давайте я так, для того, чтобы написать его матрицу, я должен написать... Ну, понятно, базис здесь какой? Функции, которые в одной точке единицы, а в остальных нолики, да? Угу. Давайте я это напишу вычурно. Сумма f от z на n от z w, где уже по всем z. Единицы, если z меньше, либо равно w. И нулю в остальных случаях. Ну, обращаю ваше внимание, что это будет, что вот эти самые n от zw, это и есть как раз матрица этого оператора. Но только он у меня написан так, что, мы что функция, значение функции f нужно писать не в столбик, а в строчку. Ну, вас учили как, что вот если у вас есть матрица оператора умножить на вектор x1, n будет... Но можно писать по-другому. Вот вектор y1n умножить на матрицу А, и будет, соответственно, строчка. Вот почему-то в классическом обозначении функции Мёбиуса удобно пользоваться не так, как вас учили, а вот так, такой ситуацией. Значит, соответственно, если вы хотите сделать настоящую матрицу, нумерованную, то нужно, конечно, множество W перенумеровать, то есть сказать, что W это есть. Множество W1, W2, W там, не знаю, N. Ну и, соответственно, N от, соответственно, как это сказать, W это и W житы обозначить через N и G. Получит настоящая матрица. Ну, а, соответственно, f от z и t x и t. Тогда это будет вот стандартная запись такого рода. Понятно? Ну, такой, вот такого. То есть, значит, не x, а y. Вот. И, значит,
значит, матрица оператора S, это единичная матрица за счет вот этого слагаемого, ну, то есть диагонали единички, плюс матрица оператора N. А теперь скажите мне, пожалуйста, понятно ли, что оператор N нильпотентен? Давайте вернемся на страничку назад, чтобы посмотреть, как это выглядело для вот этого банального случая. Тогда функция f – это просто набор значений f1, fn, да? Умножить на некоторую матрицу, должна получиться g, а g – это сумма, да? Значит, что будет? В первой компоненте будет f1, второй будет f1 плюс f2, третий будет f1 плюс f2 плюс f3, ну и в последний будет f1 плюс и так далее плюс fn. Вопрос, как же устроена эта матрица? Там она верхняя, не треугольная будет? Ну, конечно, значит, чтобы f1 получилось, что значит? Строка на столбец, единичка и все нолики. Дальше, соответственно, f1 плюс f2, значит, соответственно, у нас будет, должно быть две единички и все нолики. Ну и тем самым дальше понятно, что это такая матрица, у которой сверху единички, а снизу нолики. А если мы запишем ее в виде e плюс n, как я сказал, то n это будет матрица, у которой нолики на диагонали, а вот выше уже единички. Понятно, что вы, наверное, умеете. Да, чуть-чуть мы не договорили. Значит, у нас получилось, что S это E плюс N, где N это такая матрица, у которой на диагонали и ниже стоят нули, а выше диагонали единицы. Понятно, что при возведении в степень единицы будут уходить все выше и выше. И в конце концов совсем вымрут. N в степени. N уже 0. И N размер матрицы. Хорошо. А как выглядит S минус 1? Вы помните, что G от N это, соответственно, F от N минус F от N минус 1, да? Значит, вот есть набор чисел G1, G2, Gn. На что же их нужно умножить, чтобы получились, соответственно, числа? Сейчас, я плохо, конечно, написал, у меня имена букв перепутались. Это же обращение, значит, f от n восстанавливается по g от n вот так, по сумме. Значит, тогда, соответственно, здесь на какую же матрицу нужно умножить столбик строчку G, чтобы получилось, значит, соответственно, что? Ну, здесь, конечно, будет просто G1, G2 минус G1, потому что предыдущий 0. G2 и так далее. Значит, ну, понятно, какая будет матрица. Значит, будет, соответственно, единички здесь.
и минус единички выше диагонали. Дальше 0. Понятно, что эти две матрицы взаимно обратные. Вас, по-моему, учили, что это называется Жорданова клетка, да? Да. Ну, что вот матрица, у которой на диагонали нолики, а тут единички, она называется Жорданова клетка. Так что здесь написано Е минус Ю. Ну и что объяснять, что это обратное к этой, что это обратное к этой, все равно. Поэтому как же вычислить Е минус Ю минус первой степени? Какая формула из восьмого класса здесь годится? Геометрическая прогрессия? Конечно. Ну, до бесконечности, конечно, рано или поздно все равно ноль получится. Ну, соответственно, как же выглядит степень матрицы йод? Это будет тоже ряд единичек, но сдвинутый вверх. Там, сколько, какая степень, насколько вверх сдвинутый. И когда вы их сложите, конечно, получится матрица N. Да? Да. Так что в данном конкретном случае все очень легко. И для того, чтобы этот случай чтобы аналогию с этим случаем применить, нам нужно объяснить, что и в общем случае тоже у нас соответствующий оператор является нильпотентным. Ну, давайте смотреть. Значит, у нас были функции f, еще раз приходится все писать, из w в r. Значит, мы делаем новую функцию sf, которая принимает значение суммы по z меньше либо равному w f от z. И мы это переписали как f от w плюс сумма по z строго меньше w f от z. То есть, ну, f от w осталось как есть. Плюс сумма, как-то я писал, сумма по всем z. F от z на n от z w. И n от z, от z w. Мы с вами сказали, что это единичка, если z строго ниже, чем w. И нолик в остальных случаях. Вопрос. Как выглядит n квадрат? Формула умножения матриц. Это, как вы учили, сумма n от x на n от x w, да? Ну, строка на столбец я написал. По всем возможным x. Угу. Но теперь вопрос, а когда же они отличны от нуля? Первый сомножитель отличен от нуля, когда x больше, чем z, а второй сомножитель отличен от нуля, когда x меньше, чем w. Поэтому это будет просто сумма по x. По таким x, что значит x строго меньше, чем w, и строго меньше, чем z, единичек. Ну, сколько таких единичек будет, конечно. То есть это означает, что отличные от нуля будут ситуации, если буду рисовать диаграмму Хасса, вот это Z, вот это W, это, соответственно, Z, и мы нашли какой-то промежуточный X между ними. Ну, хорошо, а как будет устроен N куб? Ноль, да, это лучше сразу катая степень. Понятно, что нужно
что будут такие же произведения, но по более длинным цепочкам. То есть это будет сумма n от z от x1 на n от x1 и 2. Значит, если у нас вторая степень у нас была 1 x, значит, если катая степень будет, соответственно, k минус 1 x. Ну, по таким цепочкам, что z меньше, чем x1, меньше, чем x2. Ну, и понятно, что если у вас чум конечный, то с ростом k у нас таких цепочек будет все меньше. И в конце концов у нас ни между какими двумя элементами таких цепочек уже не поместится. Поэтому получится чистый ноль. Поэтому нашу матрицу мы можем обращать точно так же, как мы это делали раньше. Значит, обратите внимание, что такое S? Это, значит, тождественное, ну, плюс N, то есть матрица S, это E плюс N. Так вот, функция Мёбиус, это и есть как раз обратная к S. И давайте мы ее явно теперь напишем. На следующей страничке. По той же самой формуле из восьмого класса, которой мы уже пользовались. Это E, N. А теперь я обращаю ваше внимание, что я могу тут сделать такой трюк. Ну, на самом деле, это сумма конечная, но даже из бесконечной суммы я могу делать такой трюк. Это e минус, значит, я из всех остальных слагаемых, кроме e, вынесу за скобочку n. Не обманываю? Ну, то есть, другими словами, получается E минус M на N. И получается, что наша матрица M, которую мы очень хотим найти, которую мы нашли в одном только частном случае, удовлетворяет такому условию, что M равняется E минус MN. Ну, довольно понятно, что если что на диагонали у нас должны стоять единички, то есть что m от aa это всегда единица. Дальше понятно, что не нулевые значения m у нас будут, давайте тоже сообразим, что m от ab может быть не равно нулю только если а меньше либо равно b. Ну, мы на прошлой страничке это уже вычислили. Смотрите, катая степень матрицы n от zw, она отлична от нуля, только когда эти все не нули, то есть когда у нас есть такая цепочка. Когда у нас есть такая цепочка, то это значит, что z меньше, чем w. Поэтому положительные элементы у нас могут оказаться в любой степени, только на случай, когда z меньше, чем w. Вот. Ну и теперь давайте посмотрим, а что же означает, что пусть у нас a меньше, чем b. И как же нам вычислить m от ab? Ну просто нужно взять и эту формулу применить. У единичной матрицы вне диагонали одни нули стоят, поэтому первое слагаемого не будет. А дальше будет минус m на n. Опять нужно честно написать формулу строка на столбец. Минус сумма, значит, m от
AX. На N от X, B. Так. Ну, а что такое N от X, B? Равно единице только при x меньше, строго меньше, чем b, да? А, соответственно, m от x отлично от нуля, только когда x больше либо равен a. Поэтому суммирование нужно, конечно, брать не по всем x, а только которые удовлетворяют вот этим двум неравенствам. И получается минус сумма по таким x, что a меньше либо равно x меньше, чем b, m от ax. Значит, вот эта вот формула позволяет в любом чуме, какой бы у вас ни был, рекурсивно находить m от b. Значит, если знаем m от b, m от ax при x меньше b, идем m от b. Значит, и вот это основная формула для вычисления функции Мёбиуса в любой совершенно ситуации. Вот. Ну, теперь давайте возьмем ту единственную ситуацию, когда функцию Мёбиуса посчитать легко. Совсем легко. И с другой стороны, ту единственную ситуацию, которая реально нам и важна. Значит, единственный чум, с которым мы много работали, это Булеш куб. Более приятный для вас. И давайте посчитаем m мю от, ну я писал m, на самом деле это функция Мёбиуса, она мю обычно, мю от самого маленького вектора, то есть 0, 0, 0, до самого большого, 1, 1, 1, 1. Давайте я для трехмерного кубика даже эту картинку сначала нарисую. Было понятно, значит, здесь 0, 0, 0, здесь 1, 1, 1, здесь, соответственно, 1, 0, 0, соответственно, 0, вот здесь 0, а здесь 0, соответственно, что будет 0, 1. Давайте я значение функции Мёбиуса буду рисовать оранжевым. Значит, здесь у нас, значит, я буду вычислять значение m от 0, 0, 0, x, y. То есть у меня нижняя вершина фиксирована, верхняя такая. Здесь единичка, да, потому что дальше. Для каждой из вот этих трех вершин мы должны с минусом, смотрите, вот формула, взять значение функции, которая ниже, она только единичка. Поэтому во всех этих трех точках будет минус 1. А теперь давайте я возьму другой цвет. Будем смотреть значение вот в этих трех вершинках, они одинаковые. Ну давайте на основании возьмем. Значит, что нам нужно просуммировать? Нам нужно просуммировать значение на нижнем основании. Единичка и 2 минус единички. Понятно, что будет опять единички. Теперь нужно, чтобы
получить ответ здесь, нужно просуммировать все, что у нас есть. Сколько будет? 3 оранжевых минус единички, 3 зеленых единички, там единичка. Понятно, что будет 1, значит, соответственно, опять минус 1. Хорошо. А если считать не руками, то вопрос. Сколько в соответствующем слое у нас элементов? Это же как раз бинальный коэффициент, правда ведь? Значит, если у нас есть какой-то вектор, x1, xn, то значение функции μ, только нет, не так, конечно, а нам нужно еще 0 вставить. Будет, конечно, равно минус единице в степени число единиц. То есть на первом слое тут будет единичка, на следующем слое будет минус единички, на следующем слое будет плюс единички и так далее. Давайте просто это утверждение очень легко доказать по индукции. И тогда как понять, что будет в последней вершине? Как же будет выглядеть это суммирование? C из n по нулю – это сколько у нас есть булевых векторов, в которых нет ни одной единички. Там единица была. Минус единица была в следующем слое. Минус c из n по единице – это сколько у нас векторов, в которых одна единичка. Там будут минус единички. Соответственно, плюс единички будут cn по 2, ну и так далее. Ну, с коэффициентом минус единица в степени какая там будет. И чему же это равно? Минус c из n по n, то есть... Ну, то есть минус единица в степени n, это еще со знаком минус. Вот у нас, сейчас что-то у нас, у меня только с минусами не сходится. Давайте мы напишем честно. Плюс c из n по n на минус единица в степени n. И это равно нулю. Это означает, что c из n по n на минус единицу в степени n равняется минус на всю вот эту вот сумму. А это как раз то, что по всему кубу. Ну, то есть это будет как раз... То есть тем самым как раз мы доказали вот нашу формулу. Ну, значит, понятно, как делался шаг индукции. То есть мы сначала сделали для куба одномерного, потом для двумерного и так далее. Так мы добираемся до всех вершин. Mm-hmm. Вот. Ну, а теперь как... с помощью этого вычислить функцию Мёбиуса, вот ту, которая у нас была для натуральных чисел. Давайте заметим такую вещь, что если у нас есть W любой чум, и нас интересует функция M от AB, то нас интересует только кусок от A до B. Только на подмножестве таких х, что а меньше либо равно х меньше либо равно b. Значит, они это обычно называют отрезком. Это не очень такие естественные обозначения, не очень привычные нам обозначения, да, называется отрезок АВ.
Понятно, что все, что снаружи, нас не интересует. Поэтому, если нас интересует значение функции Мёбиуса натуральных чисел от единицы до числа n, давайте разберем сначала случай, когда n — это произведение простых чисел p1, ps. Как же выглядит отрезок? Как же выглядит булево? Нет, я неправильно сказал. Как же выглядит частично упорядоченное множество всех натуральных делителей числа n в этом случае? Отрезок 1n. Это S-мерный булев куб. Понятно почему? Потому что если у нас есть булев вектор x1, xs, то ему соответствует какой делитель? P1 в степени x1, ps в степени xs. Ну и отношение делимости — это ровно отношение частичного порядка на множестве булевых векторов. Поэтому в данном случае мы функцию Мёбиуса уже вычислили, потому что для булевого куба мы уже знаем ответ. Ну а дальше нужно доказать по индукции, что если, хоть, если встречается хоть один квадрат, то уже значение функции равно нулю. Если n не свободно от квадрата. То ну, для этого достаточно просто нарисовать диаграмму Хасса, когда у нас есть один квадрат сначала. И увидишь, что тогда произойдет. Прошу прощения, я все-таки вас покину, потому что у меня 8 следующих занятий. Мы уже сильно просрочили время, да? Да, очень сильно. Но вот. Ну, в общем, вам удачно все завершить, а я, пожалуй, должна пойти. Практически все и завершили. До свидания. Значит, если у нас, предположим, P1 есть в квадрате, то как же будет выглядеть диаграмма Хасса? Вот N — это у нас P1 в квадрате, P2 или PS. Тогда под ним будет число, соответственно, P1, P2, PS. И тут весь булев куб в единице. И дальше где-то еще будут, соответственно, P1 в квадрате умножить на что-то. Значит, по предположению индукции, на всех нижних с квадратом значение функции Мёбиуса равно нулю. Вот на этом куске сумма значение функции Мёбиуса тоже равна нулю. Поэтому суммирование даст, что здесь она тоже равна будет нулю. Ну и, наконец, последнее. Почему у нас значение функции Мёбиуса, в значении функции Мёбиуса получается какая-то дробь? Вот я вам объяснил, как считать значение функции Мёбиуса не от 1n, да? А как найти значение функции Мёбиуса от mn? M является делителем n. Легко сообразить, что диаграмма Хасса будет такая же, как единица n делить на m, потому что важны только промежуточные делители. Важны только делители n, которые больше, чем m. То есть соответствующие отрезки, как вам сказал, как я только что объяснил, отрезок mn, то есть множество всех делителей числа n, которые делятся на m,
это как частичное упорядоченное множество, изоморфное множество отрезку от 1 до n делить на n. Поэтому значение функции Мёбиуса нам такое считать не надо, достаточно считать такое. Ну вот, собственно, и все. Хорошо, спасибо. Вот. Ну, на этом, я думаю, все-таки мы семинар завершаем. Сегодня мы много всяких забавных сюжетов обсудили. Значит, если кого-то чего-то интересует, обращайтесь, можно там про что-нибудь из этого писать какие-нибудь курсовые. Вот, ладно. Всего хорошего. Что есть люди, которые нас слушают только в записи, поэтому я так прощаюсь со всеми. До свидания.